Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александрова Екатерина Александровна, начальник административно-хозяйственной части Дома офицеров Каспийской флотилии. Приглашаю вас на литературную гостиную. Он сближал литературу с народной жизнью. 31 марта исполняется 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича, русского писателя. Дмитрий Васильевич Григорович – известнейший российский писатель. Его произведения заслуженно относятся к русской классической литературе Золотого века. Родился писатель 31 марта 1822 года в Симбирской губернии. Семья, в которой рос Дмитрий Васильевич, отличалась в обществе своим положением. Отец был богатым помещиком, а мать – прекрасной женщиной, имеющей французские корни. Писатель рано потерял отца. Дмитрия воспитывали мать и бабушка. Они дали ему прекрасное образование. Однако мальчик плохо говорил по-русски, потому что и мама, и бабушка были чистокровными француженками, что сильно повлияло на разговорную речь Григоровича. Постепенно осваивая русский язык, писатель еще очень долгое время говорил с явным французским акцентом. Когда мальчику исполнилось 8 лет, мать решила отправить его в Москву, где он мог бы учиться во французском пансионе. После окончания пансиона Дмитрий Васильевич Григорович приехал в Санкт-Петербург и продолжил свое образование в инженерном училище. Именно там Григорович познакомился с выдающимся писателем Федором Михайловичем Достоевским. У Дмитрия не было интереса к точным и естественным наукам, поэтому он решил попробовать свои силы в искусстве. Молодой человек перевелся в Академию художеств, где завел знакомство с еще одним талантливым писателем – Тарасом Шевченко. Первые произведения Дмитрия Васильевича были очень слабыми в сравнении с литературным творчеством того времени. Его рассказы, которые печатались в литературных журналах, не пользовались популярностью. Несмотря на это, Дмитрий не переставал писать, все больше развивая в себе качество настоящего писателя. Во время своих первых литературных опытов Григорович знакомится с известным крестьянским поэтом Некрасовым. В это время поэт издавал множество сборников, которые пользовались успехом. Именно в одном из таких изданий появилось произведение Григоровича «Штука полотна». После триумфа «Штуки полотна» Дмитрий Васильевич написал повесть «Петербургские шарманщики». Этим произведением автор обратил на себя внимание уже известного литературного деятеля Пелинского. Григорович был плохо знаком с традициями крестьян, однако в свои 23 года он был членом литературного кружка Бекетовых, что сильно повлияло на его жизненные установки. Именно это стало толчком для написания масштабного произведения «Деревня». Пройдя через огромную работу, которая познакомила писателя со всеми тонкостями и особенностями крестьянской жизни, Григорович создал свое имя в литературных кругах. Именно после этого объемного произведения Дмитрия Васильевича приняли в обществе как действительно талантливого писателя. Однако не всем читателям понравились описания крестьянской бедности. Славянофилы, которые принимали только величие простого народа, посчитали это произведение попыткой унизить крестьянский слой общества. В 1860 году произошел раскол в журнале «Современник». Началось противостояние между писателями, происходящими из дворян и молодыми приверженцами радикальных установок. Григорович, будучи дворянином, поддерживал первых и ушел из издательства. С 1864 года о Дмитрии Васильевиче Григоровиче не было ничего слышно. Писатель будто исчез. Больше не было ни новых произведений, ни публикаций. Оставив литературную деятельность, он активно содействовал развитию общества поощрения художеств. Связано это было с тем, что писатель на протяжении очень долгого времени работал в нем главным секретарем. За долгие годы работы писатель был награжден чином действительного статского советника. Писателю была начислена хорошая пенсия. Будучи уже на пенсии, Григорович написал повесть «Гуттаперчевый мальчик».
Дмитрий Васильевич рассказал о судьбе несчастного мальчика-сироты, который оказался в цирке. Мальчик выполнял акробатические трюки, он был тих и замкнут. Единственным, кому главный герой испытывал доверие, был клоун, страдающий сильной алкогольной зависимостью. Он старался обходиться с мальчиком с теплотой, пытался радовать подарками, которые делал без повода. Во время одного из выступлений юному акробату предстояло подняться на огромную высоту и перевернуться вверх ногами. Трюк должен был выполняться без страховки. Мальчик не смог удержаться на высоте и упал, сломав себе ребра и разбив грудную клетку. Клоун несколько раз подходил к уже мертвому телу мальчика. Удар о пол оказался смертельным. Трогательное произведение по достоинству считается одним из лучших творений писателя, написанных за все время. Скончался известный писатель 3 января 1900 года, в возрасте 77 лет. Произведение Григоровича, рассказывающее о нелегкой судьбе крестьян, о трудностях, происходящих в жизни простого народа, стали известны на весь мир. Такие писатели, как Салтыков, Толстой и многие другие, открыто заявляли о том, что произведения Григоровича имеют огромное значение для всей русской культуры. Именно Дмитрий Васильевич стал первым писателем, дворянином, который описывал жизнь простых людей в своих произведениях. Рассказывая читателям о бытовой жизни крестьян, Григоровичу удалось воспроизвести все житейские проблемы и трудности с достоверностью. Произведения Дмитрия Васильевича несут особое значение для русской литературы. Сегодня они могут рассказать читателям о многих аспектах жизни того времени. Кроме того, Григорович является уникальным писателем. Он был одним из немногих, кто мог изображать трогательность быта с легким юмором. Трогательные и одновременно ироничные произведения писателя уже не пользуются сегодня такой известностью. Однако для тех, кто хочет понять историю российского государства, произведения Дмитрия Васильевича имеют немаловажное значение. Арены, весь его мир, для глаз голодных волшебный пир. Гибкою змейкой в сиянье огней он кружится все быстрей и быстрей. Танцует, танцует, будто перчевый мальчик на тонком канате, над пропастью взглядов танцуй, хохочи, наступайся и падай, как больно, но мальчик не плачет. Играть свою роль.